свинарья. Читает Винскель Инга. У последней точки, на последней строчке собралась компания знаков препинания. Прибежал чудак, восклицательный знак. Никогда он не молчит, оглушительно кричит. Ура! Давай, караул! Разбой! Притащился кривоносый вопросительный знак. Задает он всем вопросы. Кто? Кого? Откуда? Как? Явились запятые, девицы завитые. Живут они в диктовке на каждой остановке. Прискакала, двоеточие, притащила многоточие и прочее, прочее, прочее. Заявили запятые, мы особо занятые, не обходится без нас ни диктовка, ни рассказ. Если нет над вами точки, запятая знак пустой, отозвалась той же строчки тетя точка запятой. Двоеточие мигают за причином «нет». Постой! Я важнее, чем запятая или точка запятой, потому что я в два раза больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу, за порядком я слежу. «Нет», — сказала многоточие, еле глазками ворочая, «если вам угодно знать, я важней, чем прочие. Там, где нечего сказать, ставят многоточие». Вопросительный знак удивился. То есть как? Восклицательный.